наш эстейт-сейл. Сегодня чуть-чуть дождик идет, но это не беда. Мы идем вот в этот красивый дом. Очень красивый. Какие деревья, посмотрите. Старинные. Угу. Как он красиво сделан. И какая здесь красивая... Забор. Шутка. Забор, да. Забор. Забор. Слова забываем. И уже кто-то что-то несет. Конечно, да. Мы опоздали немножко. А опять Armguard Security. Да. Что-то так здесь куда? Очень красиво. Посмотрите, какая красота в стиле испанском. Ага. Очень красиво. Сейчас и пока на паузу. Наше новое приключение. 495. Это даже... Знаешь что? Я буду трогать просто для того, да, чтобы давай. Понять, я как снимаю. Это... Так. Кто это у нас? Англия. Лосан Ван Пекин. Это в стиле Пекин. Вот такая вот красота. Угу. 400. Ну да. Такое зеркало красивое. Давай рыбку. Это Ниппон, да? Переверни. Или тоже ничего? Знак. Это наш знак. Это не Мейсон. Ну, я знаю, что не Мейсон, но это какой-то Рудольштадт. Это, по-моему, Сизендорф. Или Сизендорф. Сколько стоит? 95. О, ну точно Сизендорф. Просто здесь надо смотреть, просто брать руки, чтобы понимать, что такое настоящий фарфор. Покупал. Где пуговицы дом был, mm-hmm. вот они тоже были там же. 250. Вот эти тарелки, Марин, смотри. Что-то знакомые мне вот эти тарелки. Вот у тебя такие, по-моему, есть. Ты тогда покупала полочка китайского. О, смотри, Wedgwood, Марин. Да, очень красивый Wedgwood здесь. Кто это? Или что это? N стоит. 450 за пару. Такая вот прорисовка. Мы не знаем, что это такое. Буква N или что это? Да, какой-то интересный клеймон. Какие подсвечники шикарные. Подсвечники $2950. Угу. Они выделены. Ну-ка. Ты видишь, они 3D. Угу. Красотень. Это что, подсвечники? Сейчас посмотрим. Это я даже, да, по-моему, подсвечники $75. Обратите внимание, какие интересные обои. Марин, ты заметил, какие обои здесь? Пока ничего не вижу. Такая ширма. О, кому вы встретили здесь? Ты видела вот это голубое? Свечник от нами. Ну да. Мужчина пьет с усами, чтобы усы вычистить. Это пятерочки идут красивые. Это пятерочки знатные. Это Royal Doulton, говорит. Royal Doulton? Да, ставьте туда. Посмотри, где красавица? Наверное, сколько? $35? Ну, в принципе, интересно. Качай нас. Такой шкаф красивый. Так красиво здесь сидеть, да, слушай? Такие окна большие. Можно открывать. Угу, выходить на улицу. Угу. Черный ход, да, так сказать? Это похоже на наши. Помнишь, у нас одна есть такая? Там Dior написано на тарелке. Dior на тарелке.